Сольное выступление тромбониста с духовым оркестром сегодня редкое явление. Но ульяновцам повезло. Духовой оркестр «Держава» представил концертную программу с тромбоном «Вокруг света». Как сказал ее составитель, московский дирижер Игорь Андрюшин, который дирижировал в этот вечер ульяновским коллективом, оркестр исполнил хиты тромбоновой музыки. Программа составлялась мной, предлагалась, по крайней мере, мной. Было очень много вариантов, и я эту программу старался построить от солиста, потому что оркестр «Держава» играет очень много музыки современной, очень много духовой музыки, что мне в первую очередь и нравится в этом коллективе. Солировать оркестру автор программы предложил тромбонисту Александру Нянькину, который также преподает в средней специальной школе имени Гнесиных, дирижирует и играет в Государственном кремлевском оркестре. Поражает не только виртуозное исполнение музыканта, но и необыкновенный звук инструмента. Оказывается, тромбон, с которым он приехал, был сделан специально для него на тайваньской фабрике по производству медных духовых инструментов, когда музыкант жил и работал на Тайване. По словам Александра Нянькина, в благодарность за то, что он помогал тестировать их инструменты, они вручили ему первую модель новой серии. В конечном итоге как-то мне позвонили, сказали: «Маэстро, ваш инструмент готов». Я не совсем понял, что происходит. Они сказали: «Вот все, что вы говорили, мы выполнили, и мы бы хотели, чтобы вы протестировали вот этот финальный вариант». Мне с курьером доставили инструмент, я его протестировал, мне он понравился. И теперь этот инструмент называется, фабрика по производству инструментов называется Carol Brass, а именно эта модель называется Нянькин Бон. Концерт прошел с успехом. Сольный голос тромбона покорил сердца ульяновцев. Ирина Антонова, Геннадий Бухтаяров, Улправда ТВ.